Так, привет, здорово. Вот подписка, все дела, тра-ля-ля-ля-ля-ля. В общем-то, аварии сегодня, возможно ли выжить будет при определенных скоростях. Давай сначала на 60 посмотрим. Так, будем бить сначала на почину. Вот, все, хватит. Замедление 16, давайте 100 раз. Посмотрим. Грубо говоря, это пикап. От Форда какой-нибудь, от Шевроле, а это вот Audi. Так, ну в принципе, повреждения не такие сильные для скорости 60 км в час. Конечно, деформация кузова видна, лопнуло лобовое, но достаточно хорошо машина для такой скорости отработала. Смотри, тут все нормально. Нормально, тут ничего никого не зажало. Да тут, допустим, они там типа сидят. Ну, дверь вилась. Ну, то есть пассажир, она ничего, ноги не сломала, все нормально. Порог замят, но немного. Так, хорошо. Давай теперь на скорости 80. Трафик, привет. На скорости 68. Так, ну уже, конечно, сильнее. Смотрим. Так. Фарук больше уже ушел. Да, посильнее, но все равно. Люди, которые тут сидели, выжили. Ну, а с этой машиной, конечно. Тут все нормально. Так. Ага. Давай. Трафик не мешайте, пожалуйста. Вот опять сейчас какая-то не такая скорость получится, которая мне нужна. А, хотя нет, вроде нормально будет. 74, 75, 76, 77 будет, 78, 79. В общем, плюс-минус. Ну, 80. Смотрим. Ну, вот так красивее было. Так. А что тут происходит вот в этот момент? А почему посмотреть не могу? А он не дает, кстати. В общем, понял. Не дашь посмотреть, да? Хорошо. Так. Скорость еще до сих пор есть. Значит, еще бьет машину. Ага. Аварийка сработала. Так. Сейчас уеду, да? Не отпускает. Понял. Так, ну, кстати, нормально. Не так сильно опять все. То есть все живы, все хорошо. Так, давай теперь посильнее. Скорость около, ну давай, 100 км в час. Сейчас будет интересно. Так. Ну тут да, конечно, пассажиру достался, могло сильно дверью особенно. Он мог по инерции отлететь в этого, а тут головой вообще удариться. Конечно, тут уже сильнее. Давай назад. Так, все, реальное время. Смотрим. Также порог замятый еще сильнее. Ну, просто оно смещение идет вот эта вот часть от этой. Относительно этой. Сейчас если получится ее. Вот, они как бы вот ровно стояло. Тут. Так вот. Угу, так, ну, в принципе, ничего так. Давай теперь самый экстрим. Посмотрим, что сейчас будет. 100 с лишним. Страшно. Так. Ага, замедление. Давай. Смотрим. Так вот. Так вот. На скорости 125 км в час. Плюс-минус. И то тут в колесо, куда-то в двигатель, в стойку, в дверь.
Да, еще уходит, уходит до сих пор, уходит, уходит до сих пор. Ну туда тут шансы уже не такие. Когда капот слетел, на правую часть вообще колесо вырвалось. Конечно, тут ужас. Они уже одно целое, да? В общем, вот повреждение. Ну, тут, конечно, вообще кошмар. Но тут тоже, тут все. Тут этому, конечно, очень сильно осталось. Так. Ну, хотя тут, смотри, какую-нибудь небольшую скорость. Давайте посмотрим. Километров на 20. О, давай. Ну, да, вообще, прям хорошо. А у этой даже, по-моему, вмятина-то не осталось, да? Или чуть-чуть небольшая. По-моему, чуть-чуть небольшая вот здесь вот. Да, на капоте. Если вот сравнить, да, вот сейчас нет ничего. Ну, тут что, тут вообще ничего нет. Так, а теперь что-нибудь такое. А, вот старая школа против новой школы. Вот это вообще, типа, никак не защищена. Давай с открытыми колесами. Создать новое куда? Так, ладно. Давай. Тут рядом постоит, посмотрит. Тут быстро какая. Двигайся, давай. Ну ладно. Видимо, и так сойдет. Давай. А, нет, стоп. Так, Ctrl R. Восстановил. Давай, тут так пускай стоит. Нет, мне, конечно, нравится. Надо как-то трафик отключить. На скорости 96. Как вот сейчас. Ну, в общем, да, старый металл сразу понятно. Ну, прям просто энергию никуда не перенимает. То есть сразу пипец наступает. А вот этой машине не наступает пипец такой. Вот опять скорость 97. То есть, смотришь, какие у нее повреждения. Да, там двигатель все в порядке. То есть тут, как бы сказать-то. Вот у нее, то есть, навесное только сломалось. Сейчас я, если нормально сделаю, покажу, что я. Вот у нее бампер, там усилитель, типа, все. А радиатор, это все в порядке даже осталось. А это, конечно, все в одном месте. Ну что тут, я не все сместилось, весь кузов, всем хана, двигатель вообще. Салон, вон, что это. Ну, допустим, если лоб в лоб столкнуть. Я сравнение старой и новой школы. Да, вот лоб в лоб. Вплотную стану. Так вот. Все. И вот поехал. Вот 90 километров в час. Вот просто что будет? То есть там, смотри, сразу все загибается, сразу ломает. Тут двигатели прям хана, а тут все нормально. И вот что будет, если вот здесь вот наоборот поставить РС-ку? Replace. А тут поставить вот этот, чтобы правильные были замеры. Сейчас я только с помощью JPEG уберу все. Смотри, задний привод не вывозит. Вот полный. Сразу. Просто трафик надо куда-нибудь раскидать, он мешается тут. Вот, все. Поехали. Типа замедление, что действует? Вот 87 км в час. Вот, как она сильно сбивается. То
То есть вот тут люди выжили, все нормально. То есть безопасность пассивная вообще. Офигенно. Пипец уже. Уже хана машина. Вот это насколько вот капот согнулся. То есть это вообще прям пипец. Вот какой он примерно должен быть? Вот такой вот. Там, даже дальше. Уровень, да, какой? Если вот, например, больше скорость выбрать. То есть также сейчас вот этой машине хана будет, а то и нормально все. Ой. Тут, то есть насколько шагнуло в плане безопасности машины? Конечно, тут загнуло пороги, но смотри, в салоне. В салоне нормально все. Слышно это. И тут он. Тут, да, конечно, очень ушел, но как. Вот вообще вот это что. Окей. Ладно, последний просто по приколу сейчас будет. То, что я восстановил не так, как хотел. Конечно, это здорово, что сейчас шагнулось вперед. Поехали. Ну, тут бронированно, я понимаю, конечно. Ладно, все. Спасибо. Удачи. И пока-пока, как говорится. Проверим. Последую против этой. 93 км в час. Ну да, конечно, что тут от этой машины осталось. Там двигателем прям тупо бьет и все. Что такое? И тут спагнуло, и тут нормально все. Да, такие дела. Ой. Он наедет зато. До сих пор, кстати. От драгстер открытого типа. Поехали. Ай, говорю уже все. Значит, все. Все. Прыжок яры будет. И все. Точно, точно все. Вот перегреваться что-то. Ай-яй-яй. Ну все. Это точно мухана. Ладно, спасибо. До новых встреч. Пока. Лайк.